последний раз в красном, так что можно раскрыть все секреты. Поэтому тот же танец без музыки, но с мыслями участников. Так, девочки, пошли, пошли, чего стоим? Чего ты стоишь, Рагулиха? Бежи давай. Вот это Виталик за лето изменился. Раз, два, три, четыре, все четыре парня в зале. Твою мать! Боже, мне 23 года, у меня нет ни парня, ни работы. Что я тут делаю? Девчонки, так, рассказывайте, как поменялась ваша жизнь после чемпионства? Смотрите, заметили? Лиза, у тебя появилось кольцо? Да при чем тут кольцо? У меня отрос указательный палец. Девочки, это все фигня. Вот у меня была бизнес-поездка в Англию. Ого, ничего себе. Да-да, девочки. Кстати, кто-то хочет клубники? Девчонки, а я вот себе папика нашла. Таня, вообще-то это называется биологический отец. Марина, я поняла, что ты очень сильно хочешь показать миниатюру. Парикмахер, мазохист! Нет. Хорошо. Может, ты вчера ходила на концерт Виктора Павлика? Что-то пошло не так! Ладно, может, по дороге сюда с тобой произошел интересный случай в метро? Нет. Марина, я так подумала. Сядь на звука. Девочки, где вообще Викуха? Я не поняла. Какая ты Викуха? Попрошу больше уважения. Зустрічайте! Уповноважений посол міста Біла Церква в Києві! Вікторія Підгорна! Чуєш, гниль? Закрий свій рот! Так, я не поняла. Я почала співати гімн Білої Церкви, всі сидять. Ого! Посмотрите, бетон з Рева розговорює. Ти взагалі сюди за чим прийшла? Я вот пришла пожаловаться, что ваш клубок, ну, вообще ни о чем. В смысле? Ну, по-перше, его не принимают в ломбарде. Во-вторых, у маршрутки с ним ездить вообще неудобно. Почему это? Ну, потому что, когда я скоростя переключаю, это железяка мешает. Так, Вика, где вообще кубок? Ну, я где? У декана, на столе, за место ноутбука. Почему место? Потому что кубок в ломбарде не принимают, а ноутбуки с руками отрывают. Вика, как декан теперь работать будет? Да там вообще ничего не поменялось. Я ему карты в кубок положила, так он целыми днями пастрянцы раскладывает. Андрей, что это? Это миниатюра Андрей Бака, охотник. В смысле? Ну смотрите, какие на мне шкуры. Андрей, так с девушками разговаривать только быдло. Поэтому пошел вон отсюда. А с пальцем реально удобней. Так, вы разрушили мою жизнь, теперь я разрушу ваши! Вот ты, у тебя есть парень? Нет. Давай встречаться. Ну давай. Ха-ха, разрушено! А ты, дай руку! Опять? Разрушено! А ты, ты, я закрою консульство Белой Церкви в Киеве! Сволочный, трожь саксон. Разрушено! А тут разрушать уже нечего. А вы, девочки, я
скажу всему залу, что вы сидели в тюрьме! Это неправда! Вечер в хату! Жизнь ворам! Разрушена! Андрей! Пора заканчивать этот КВН! Не все в жизни шутки! Пойми, не обязательно каждый раз после секса говорить: «С вами был Андрей Бага! Спасибо большое!» А ти мені скажи, чого, коли ми з тобою грабили магазин мебелі, ти виносив то каструля? Ну мені для мініатюри треба було. Зашибісь, мініатюра у Словка! Вечір в хату! Жизнь ворам! Андрій, в КВН все не по-настоящему! А? Я понял. Так что, мне пора уходить из КВН? Андрій, а ти сам як думаєш? Андрей, послушай меня, вот сколько тебе лет? 23. И мне 23 тоже. А вам, девчонки, сколько? 18. 17. 19. Решетка. Просто пойми, мы с тобой уже слишком стары для всего этого мишфака. Андрей Бага! Ира Кислинская! 8 лет на твоей пятой сцене для вас. Спасибо и пока!